Друзья, всем привет! Меня зовут Егор Бирюков, и мы находимся на хоккейном матче между командами Донбасс и Кременчук. Сейчас встретили фанаты из города Мариуполя, правильно? Да, конечно. Как тебя зовут? Представься. Меня зовут Руслан Украинский. Я из города Мариуполя. Мы болеем за команду Донбасс уже несколько лет. Очень часто приезжаем в Дружковку смотреть чемпионаты, как выступает команда и как она побеждает во всех матчах. Донбасс чемпион! Скажи, пожалуйста, какие ощущения от сегодняшнего матча? Что понравилось больше всего? Шикарный был первый период, и особенно был второй гол. Ребята за 9 секунд его забили, это было очень красиво, очень эффективно. Скажи, а какого игрока можешь выделить больше всего? Кто импонирует? Стиль игры или, может, просто как человек? Импонирует очень сильно вратарь, потому что он отбивает шикарные голы, которые не забивает, вернее. И очень классно выручает команду. Я так понимаю, собираешься еще не раз посещать хоккейные матчи? Конечно, конечно. Мы приезжали и будем приезжать и болеть за вас. Ждем, когда будет ледовая арена в нашем городе. Круто, большое спасибо. Друзья, мы идем дальше, не прощаемся. Рядышком с нами фанат номер 2. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Белицкий Леон. Расскажите, какие эмоции сегодняшнего матча у вас? Эмоции, конечно, грандиозные. Хоккейный клуб «Донбасс» забил 3 шайбы. Вот, и сейчас будет 3-й период. Ждем от них еще хотя бы пару шайб. Это как минимум. Как я понимаю, болеете за команду «Донбасс»? Конечно. А если внимательно наблюдали за сегодняшним матчем, какие моменты больше всего понравились? Заброшенные шайбы, либо же какие-то еще? Наверное, 3-я шайба самая яркая была. Вот, среди этих 3 голов. Круто, большое спасибо. Друзья, мы следим за матчем, не прощаемся. Друзья, рядом с нами еще один фанат из Мариуполя. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Данил. Данил, расскажи, какие эмоции испытываешь от сегодняшнего матча? Эмоции испытываю отличные, матч хороший, мне очень нравится. Первые 2 гола вообще были шикарные, ну, то есть радость, удивление, кураж, буря, безумие, искра, все красиво. Круто, это цитата из песни Оксимирона, да? Да. Расскажи, а за какую команду болеешь? За Донбасс, как я понимаю? Ну, конечно же, Донбасс. Какой игрок больше всего импонирует? Ну, мне на самом деле больше нравится вся команда. Они сложно играют в полном составе своем. Ну, то есть, нету определенного, вся команда нравится. Скажи, а самому хотелось бы попробовать свои силы, себя в роли хоккеиста? Ну, как по мне, это довольно жестокий спорт, но, конечно, бы да, хотелось. Спасибо большое. Друзья, идем дальше.